Когда-то Бог сказал людям: «Плодитесь и размножайтесь». Сегодня мы будем говорить о духовном умножении. В 1955 году вышла книга, которая сегодня известна многим христианам, в основном моим ровесникам. Книга эта называется «Рождены для умножения». Эту книгу написал основатель миссионерского служения, которое называется «Навигаторы». И тема этой книги, основной смысл этой книги вот в чем. Каждый христианин рожден не только для того, чтобы одному идти за Христом, самому идти за Христом, но и для того, чтобы научить других, для того, чтобы буквально делать учеников. И автор этой книги рассказывает о том, как в свое время он свидетельствовал и беседовал с одним матросом на военной базе, и они встречались, они молились вместе на протяжении нескольких месяцев. А потом этот матрос познакомился еще с кем-то, и этот человек тоже хотел встречаться с христианином, с христианским учителем, молиться с ним, читать с ним Библию и так далее. И вот матрос приходит к своему наставнику и говорит: «Я хочу познакомить вас с моим другом». А наставник говорит: «Нет, ты сам встречайся с ним, ты сам помогай ему». Вот это и значит умножение. Это и есть растущее служение, когда мы учим людей, а потом эти люди учат других. Каждый из нас делает учеников, наставляет учеников Христовых. Дело не в том, чтобы один человек, один лидер наставлял всех. Нет, каждый из нас должен плодиться и умножаться, в том числе и духовно. Мы поговорим об этом в связи со служением церкви, потому что в церкви умножение выглядит немножко иначе. Там немножко сложнее все. Один проповедник сказал так: нужно задаться вопросом, как умножается, как воспроизводится яблоня. Кто-то скажет: ну, яблоня, конечно, умножается через яблоки. Нет, конечно, не через яблоки она умножается. Яблоня производит не яблоко. Яблоня для умножения производит другую яблоню. То есть церковь производит не просто других христиан, церковь производит другие церкви. Вот тогда действительно происходит в полном цикле процесс умножения, здорового духовного умножения. Но происходит это не автоматически. Умножение должно быть заложено на всех уровнях служения церкви. Соответственно, и каждый христианин должен принять на себя вот эту задачу. Он призван работать с другими, наставлять других. Каждый лидер малой группы призван начинать новые группы. Каждый преподаватель класса воскресной школы призван основывать другие, начинать другие классы воскресной школы. Каждый пастор призван готовить, обучать других пасторов. Вот так выглядит настоящее духовное умножение. Тогда уже будет не только одна яблоня, а много этих самых яблонь. Итак, существует ДНК умножения. ДНК, давайте расшифруем по-своему. Буква D, латинское слово деструкция, смерть. То есть умножение всегда начинается со смерти. В Евангелии от Иоанна, 12 глава, 24 стих, Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».
Вот вам великий духовный принцип. Смысл его заключается в том, что умножение всегда начинается со смерти. Конечно, речь идет о смерти Иисуса Христа на кресте. Именно Он есть то пшеничное зерно, которое умирает, и в результате Его смерти, погребения и воскресения теперь Бог приводит множество детей Своих со всех концов земли в Свою семью, потому что Христос был готов начать этот процесс умножения. Христос был готов плодиться и умножаться в духовном плане. Вот что сказал об этом Джон Пайпер, известный проповедник. Вот что говорит он о принципе смерти, о том, как этот принцип проявился в смерти, погребении и воскрешении Христа. Он говорит так: «Порой кажется, что Христос потерпел поражение. По крайней мере, так казалось в Страстную Пятницу. Так казалось, и когда границы Китая были закрыты для миссионеров. Но дело не в том, что Иисус случайно умер. Нет, Он намеренно вошел в гробницу. Дело не в том, что границы вдруг закрылись. Иисус продолжал действовать и в гробнице, и в границах Китая. Но когда пришло время, камень был отвален, и мы увидели, что Он совершил. Мы увидели, что в темноте Христос совершил нечто невероятное. И когда камень отвалили, стало понятно, что слово Его не похоронено, что планы и замыслы Его сбылись. Он сам вошел в эту гробницу. Он сам сделал это для того, чтобы выйти из нее в свое время. Мне очень нравится этот фрагмент, мне очень нравятся эти слова, потому что говорят они о том, как Христос был погребен, и людям казалось, что все кончилось. Нет, ничего не кончилось, все только начинается, потому что умножение начинается со смерти. Это относится и к нам в нашем служении. Если мы ученик, который готов к смерти, который готов взять свой крест, который готов каждый день совершать тяжелый труд, с молодости, с юности, почитать отца своего и мать свою, который готов принимать даже несправедливость в свой адрес, доверяя Богу, который всегда поступает справедливо. Христианин, который готов порой не сопротивляться, не отстаивать свои интересы, а подчиниться Богу. Вот тогда мы действительно будем похожи на учеников, которые идут за Христом, беря свой крест. Итак, умножение начинается со смерти. В чем эта смерть для лидера? Лидеру кажется, что он должен делать все, взять все на себя. Я великолепно это делаю, поэтому я должен взять на себя все. Нет, наша задача — умереть. Наша задача — наставлять других. Наша задача — отойти на второй и на третий план. Наша задача — понять, что не все и не всегда будем делать мы сами. Дальше, пожалуй, одна из самых сложных задач для церкви заключается она в том, чтобы умереть для желания, чтобы в церкви знали все и всех. Что я имею в виду? Церковь существует, и церковь говорит: мы все друзья, мы все хотим, чтобы мы друг друга знали, чтобы нам было уютно, чтобы нам было хорошо друг с другом. И церковь становится между собойчиком. Церковь не растет, потому что церковь должна быть готовой умереть. Умереть и для желания, чтобы всем было уютно, чтобы все были знакомы. Для этого желания тоже нужно умереть. Нужно принимать в церковь незнакомых людей. Важно открывать церковь для других людей. Тогда меняется и церковная динамика. Чем больше новых людей приходит в церковь, тем чаще старые члены церкви говорят: нам здесь не нравится. Кто-то даже уйдет. Но церкви важно умножаться, церкви важно разрастаться во Христе. Еще одно, для чего нужно умереть. Умереть для перфекционизма, для желания все сделать
совершенно. Есть люди, которые говорят, если я хорошо не могу это сделать, я никак этого не буду делать вообще. Есть люди, которые говорят, я не хочу ошибаться, поэтому ни за что не возьмусь. Вот для этого тоже нужно умереть. Нужно умереть для искушения все всегда делать без ошибок. У меня есть один пастор, которого я очень уважаю. Это пастор, которого зовут Стюарт Бриско. И вот он говорит так. Если есть смысл за что-то взяться, то есть смысл сделать это даже не идеально. Мне нравятся эти слова. Если есть смысл за что-то взяться, ну, например, за свидетельствование, если есть смысл свидетельствовать, то мы не всегда будем свидетельствовать идеально. Наша задача, по крайней мере, постараться, попробовать. Нам покажется, не получается, нам покажется, ну вот я провел урок, и урок получился несовершенным, не идеальным. И все-таки нужно использовать возможность, которую дает Бог. Один человек сказал так. Секрет всякой новации в том, чтобы быть готовым совершать ошибки и терпеть поражение. Да, порой мы терпим поражение. Порой мы падаем на землю. Порой нам стыдно. Вот так бывает. Но через эти поражения, через эти падения и новые взлеты Бог совершает великое. Еще одно, для чего нам важно умереть. И, кстати, мне через это приходится проходить лично, для меня это важно. Нам нужно задаваться вопросами, от чего мне надо отказаться, даже несмотря на то, что мне это нравится. Есть смысл постоянно задаваться вот этим вопросом, по крайней мере, раз в месяц к этому вопросу обратиться. От чего мне в жизни нужно отказаться? Что в моей жизни не приносит плод? Что может сделать кто-то другой? Мне это делать не обязательно. Мне нужно просто передать эту ответственность другому человеку. Как-то я предложил одному очень мудрому христианскому лидеру взяться за новое служение. Он смотрит на меня и говорит, «Я помолюсь об этом и буду спрашивать у Бога, от чего мне можно отказаться и нужно отказаться, прежде чем взять на себя это новое служение». Это был мудрый человек. Он понимал, что для того, чтобы умножаться, нужно для чего-то умереть. Для того, чтобы что-то взять новое, надо от чего-то отказаться. И еще одна мысль. Есть такое латинское слово «decidere», которое переводится как «решать», «принимать решение». Но латинский корень буквально означает «отрезать». Дело в том, что всякий раз, когда мы принимаем решение, мы что-то отрезаем, от чего-то отказываемся. Для того, чтобы умножаться, нужно сначала умереть. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.